Мэрилин Монро. Цитаты и афоризмы. Женщине с мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама могу. Мой девиз — не волноваться, а волновать. Умная девушка целует, но не любит, слушает, но не верит и уходит до того, как ее оставили. Карьера – чудесная вещь, но она никого не может согреть в холодную ночь. Никогда не возвращайся к тому, от чего решила уйти. Как бы сильно тебя ни просили, и как бы тебе не хотелось самой, покорив одну гору, начинай штурмовать другую. Что вы надеваете на ночь? Шанель номер 5. У нас, женщин, есть только два оружия. Тушь для ресниц и слезы, но мы не можем использовать оба одновременно. Опоздать – значит убедиться, что тебя ждут. Именно тебя и никого другого. Знать, что ты незаменима. Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной. Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счет женщины, имевшей слабость его полюбить. Ему и без того есть где проявить свою силу. Лучше быть одной, чем несчастной с кем-то. Хороший поцелуй стоит еще одного. В девушке должны быть красивы две вещи – это взгляд и губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит. Не знаю, кто изобрел каблуки, но все женщины мира многим ему обязаны. Оскорбить женщину может только униженный судьбой мужчина. Если вы сможете заставить девушку смеяться, то вы сможете делать с ней все, что угодно. Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее. Мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но при этом все еще хочет быть со мной. Секс – часть природы. Я в согласии с природой. Мужья, как правило, хороши в постели, когда изменяют своим женам. Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах. Я не обижаюсь, когда говорят, что я дурочка. Я знаю, что это не так. Просто есть правила в каждой моей игре. Встать и уйти, если больше не интересно. То единственное, что хочется больше всего в жизни, как правило, нельзя купить за деньги. До свадьбы девушка занимается любовью с мужчиной, чтобы его удержать. После она его удерживает, чтобы заняться с ним любовью. Мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее. Мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но при этом все еще хочет быть со мной. Не в деньгах счастье, а в покупках. Нельзя спать с мужчиной и брать у него деньги, не пытаясь хоть чуть-чуть поверить в то, что любишь его. Успех заставляет людей ненавидеть тебя.
Как бы я хотела, чтобы такого со мной никогда не произошло. Было бы прекрасно наслаждаться успехом, не видя злость в глазах тех, кто окружает тебя. Прежде всего, я стараюсь доказать себе, что я личность. Затем, может быть, смогу убедить себя, что я актриса. Я всегда чувствовала, что меня не существует. Единственная возможность быть для меня – это, наверное, быть кем-то другим. Поэтому я и захотела стать актрисой. Я восстанавливаюсь в одиночестве. Карьера рождается в обществе, талант – в личной жизни. Каждый является звездой и заслуживает права на сияние. Я эгоистичная, нетерпеливая и немного неуверенная в себе. Я делаю ошибки, выхожу из-под контроля, и порой со мной трудно справиться. Но если вы не можете общаться со мной, когда я в плохом настроении, то не заслуживаете меня в хорошем. Выбор прост, когда все мужчины становятся одинаковыми. Несовершенство прекрасно, безумие гениально, и лучше быть абсолютно смешной, чем абсолютно скучной. Поцелуй без любви, лишь взаимный обмен слюнями. Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили. Успех как икра, вкусно, но если ее много съесть, может стошнить. Всегда верь в себя, потому что если ты не поверишь, то кто другой поверит? Все знают, что какого черта всегда самое правильное решение. Собаки никогда не кусали меня. Только люди. Если ты чувствуешь, что она не такая, как все, то ты влюблен в нее. Комплимент делает женщину чуть-чуть моложе, чуть-чуть счастливее и чуть-чуть дурой. Красота в несовершенстве, сумасшествие в гениальности, и лучше быть абсолютно смешными, чем абсолютно скучными. Мечта каждой женщины – хоть раз в жизни выйти с полным пакетом из ювелирного магазина, а не из продуктового. Когда я лежала на самом дне, любовь ударила меня наотмашь, подбросила в воздух и поставила на ноги. И я заново увидела мир так, словно только что родилась. Каждая девушка никогда не должна забывать, что ей не нужны те, кому не нужна она. Я всегда ужасно боялась быть чьей-то женой, потому что жизнь меня научила, что один человек не может любить другого до конца, по-настоящему. У кого вы научились своей походке? Я научилась ходить, когда мне был год, и с тех пор уроков не брала. Секс-символ – это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью. Но если уж быть символом, то лучше символом секса, чем чего-либо еще. 10 лет назад я впервые надела свитер, и с тех пор люди смотрят на меня так, будто у меня две головы. Я поднялась с самого низа. Я рассказывала своим приемным детям, что за 5 центов в месяц мыла по 100 тарелок. А дети удивлялись: 100 тарелок. А я говорю, и не только мыло,
а перед тем счищала с них объедки, потом ставила на подставку, где с них стекала вода. Но, слава Богу, мне не приходилось их еще и вытирать. Я никогда не загораю, мне нравится быть сплошной блондинкой. Правда ли, что вы без звука согласились позировать обнаженной? Нет, у меня был включен приемник. Мэрилин Монро. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.